В драматическом театре готовится к сдаче спектакль «Браво, Лоуренция». Он поставлен по пьесе Надежды Птушкиной. Это история о человеческих отношениях, о взаимопонимании, любви. Всего в постановке задействованы 4 персонажа. Все они главные герои этой истории. Это комедия. Жанр мы вообще выбрали, назвали. Сначала это был рабочий жанр, а потом он как-то, в общем-то, мы подумали, что и в афишу можно его напечатать. Радостный идиотизм. Премьеру димитровградские зрители увидят 11 ноября.